Наш Господь достоин славы. Our Lord is worthy of honor. Действительно, Он возлюбил нас вечной любовью. He really did love us with an everlasting И Он отдал Своего сына за нас. Мы не заслужили Его спасения. We didn't deserve His salvation. Мы не заслужили Его милости. We didn't earn His mercy. Вечной жизни. Everlasting life. Это Он по Своей милости даровал нам. И поэтому он достоин славы. And so he's worthy of glory. Я сегодня свое короткое слово хотел бы, вот, тема верность. Like Я не очень-то привык с переводчиком говорить. Вот, Но ну, постараемся. But we'll try. Здесь брат вначале, ну, передо мной говорил о страданиях. Uh, the brother before me was talking about persecution.: and and maybe this, this is kind, this might be kind of a um, continuation of that topic. And the, so the passage of Jesus to the seven churches. Здесь Христос говорит о верности. In Jesus here talks about И вот обращаясь к Смирской церкви. And so, to the at Smyrna, это вторая глава Откровения, десятая глава. This is 2, verse 10. Здесь я прочитаю десятый стих. Здесь написано: Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь дней верен до смерти, и From verse 10, Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison, so that you will be tested, and you will have trib tribulation for ten days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Я хотел бы особенно... So, I'd really like us to, to draw our attention to this one of the last phrases here be faithful until death. The, the, words, words. the, the, know, like, yeah. the words faithfulness and uh, faith and faithfulness, it's the same root word, it's faith, right? И, и, и когда мы говорим о вере, And when we speak about faith, то вера — это посвящение. Faith is это вера — это близкие отношения с Богом. Faith is with God. Вера — это полностью зависимость от Бога. зависимость от Бога.

И само осуществление этой веры, оно сопряжено может с какими-то трудностями, жертвенностью. Вообще, вот слово жертвенность, что оно, о чем оно говорит? Or And this word what does it talk about? Скажите, вот если у меня есть тысяча долларов, Tell me, if I have то 10 долларов, это я вот сейчас покладу вот корзину 10 долларов, это жертва. Жертва? Да нет, я не замечу даже. 10 долларов положил. 990 у меня еще остается. Но если left. у меня то есть только 900, только 1000 долларов, и Бог мне кладет в сердце, допустим, 950 долларов, положить. И у меня остается только 50 долларов. Это жертва 950. То есть жертва — это какой-то риск. So sacrifice is a, some kind of risk. Что мы чем-то рискуем. We're risking something. И когда здесь Uh, and so, when Jesus is, is um, speaking to the church at Smyrna here, and he's talking about faith and faithfulness, and he says, Don't be afraid. You're going to have to suffer some things. Uh, the devil is going to come against you. You're going to have tribulation. Что такое скорбь? What is tribulation? Это внутренняя сильная такая борьба. Это внутренняя как бы, такая трудность, через которую тебе нужно будет проходить. Это какие-то лишения в твоей жизни. This is some kind of decisions in your life. И Христос говорит, будь верен. Не просто верен, а будь верен если даже придется тебе и умереть. Поэтому наша верность, она ну, как бы очень сопряжена с жертвенностью. So our faithfulness is very much tied in с посвящением. With sacrifice and devotion. Смотрите, я еще хотел бы 12 и 13 стих прочитать. Also like to read verses and 13. Ангелу Пирганской церкви, Напиши, так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч, ⁇ Знают твои дела что, ⁇ и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умышлен верный свидетель мой Антипа. And to the angel of The one who has the sharp two-edged sword says this: I know where you dwell, where Satan's throne is, and you hold fast my name, and did not deny my faith even in the days of Antipas, my witness, my faithful one, who was killed among you where Satan dwells. Look, my faithful one, my witness, he was killed. I was, I was looking at some of the some of the uh, explanations and the definitions, the background here, and uh, the author that was writing these explanations. He said there's no known history about Antipas. Там есть как бы, такое предположение, но конкретно я не нашел. Но как раз в этих местностях в то время в Пергаме это было как столица вот той местности. И правителю этой страны давались великие права. And the ruler of this nation had really strong rights. And if he wanted to kill anyone at his own will, he can do that. If he wanted to free, set someone free, he could do that. And the Jews in that area that were very much against the Christians. Они очень часто настраивали правителей против христиан. И там временами поднимались как бы, такие гонения, потом успокаивалось, потом опять поднимались гонения. И Поэтому здесь написано: Ты живешь там, где престол Сатаны. So it's written here, you live where the where Satan dwells, his там throne. Там был такой особенный жертвенник, где приносили жертвы э, божествам их. There was a, a certain altar in that city where they would give sacrifices to their И там было сильное gods. противление. And there was very strong resistance there. И этот Антипа был жертвой. And this Antipas he was a Но, sacrifice. Uh... Христос высоко оценил его. But Jesus, he really put a value on him. Смотрите, у написано «верный свидетель мой». Слово «мартус» это «свидетель». В первом веке христиане использовали это слово, и оно было равнозначное слову, слову мученик. The first, uh, first century Christians, they used this word, and it basically means the same as martyr. То есть, те, которые свидетельствовали о Боге, они подвергали свою жизнь As in those people that, that freely and openly witnessed about, uh, about Jesus and about God, they put on themselves the, like, the, the exposure of danger. So their faithfulness was tested even to the death. And today, for modern Christianity, верность очень важна. Is so vital. Вы знаете, если даже у кого-то есть работа, вы хотели бы иметь на работе своей верных людей. You know, say you have a job, right? You'd want people that work for you to ненадеж... be faithful. С ненадежными людьми никто не хочет иметь дело. Nobody wants to work with people that aren't reliable. С людьми, которые могут подвести, он может что-то пообещать и не сделать. Никто не хочет э, ну, иметь отношений. Or, or Я помню еще где-то в 92-м году на одном служении вперед вышел один молодой человек. И после, ну, мы за него помолились, он ну, совершил как бы обряд покаяния. So he, you know, of, you know, <laughs> И после служения говорит, слушай, вот если что-то надо, я в любой момент тебе помогу, вот And after service, he came up and he said, Hey, if you ever need anything, if you need help with anything, let me know. I'll help you. Whatever you need, I'm with you. And next Sunday, he's not at church. About a month later, he comes to service. And he says those same things again. And then again he disappears. About half a year later, I meet him in the city. And he's just so shocked. He's like, You didn't go anywhere? You're still here. And then about a year later, I met him again. And again, he was just shocked that I didn't go to stop. And he's like, Man, do you guys still gather at that church? Ненадежные люди, you know, people. с ними ничего не сделаешь. So Но я помню, когда мы э, делали проект на наше здание и потом приступали к строительству, we were, uh, and, uh, это было очень трудное время. Когда мы делали проект и ходили там по кабинетам, на нас смотрели эти чиновники и крутили пальцем возле виска. Они говорили, э, что у вас есть деньги на это строительство? Они говорили, что у вас есть деньги на это строительство? Ну а если у вас нет денег, то вы, вы вообще безумные. Just, money, И вот нам нужно было принимать решение uh, о строительстве. So Но я помню, некоторые братья, они стали рядом. И really они сказали, up. что uh, мы вместе с тобой и если будет какая-то неудача мы рядом и скажем мы вместе виноваты мы будем эту вину вместе как бы за нее отвечать знаете очень важно когда рядом есть люди на которых можно положиться как вы думаете, Богу нужны такие люди? Верные люди, на которых можно положиться, которые принимают Божье призвание? Really, uh, really uh, В церкви нужны вот пастору такие люди? Does church, does need these kind of нужны? Да? Yeah. Yeah, я верю, что нужны. I а мы хотим быть такими людьми? Do we be those а как ими стать? But how do we those Где эти верные люди рождаются? Где их взять этих верных людей? Where do you get these Вы Знаете, сегодня очень как бы распространено и в России и Uh, you know, this idea is so widespread and basically throughout the whole world in Europe, Russia, America that people just go church hopping from church to church. And, you know, I'm, I'm sorry, I might be touching some sensitive issues. <coughs> Но, понимаете, если человек пришел в одну церковь, там его что-то не устроило, он побежал в другую He церковь, потом там всегда же не устроит что-то. Да? Right? Людей нет совершенных, служителей нет совершенных. И всегда что-то что ты найдешь ну, неправильное. И то, что тебе не нравится. Like. Он пошел в третью, в четвертую. So church, а как положиться на таких людей? Kind of я верю, что церковь — это семья. Вы знаете, я, э, ну, я родился в своей семье, Uh, я был самый младший, самый you know, маленький. И у меня не было сестер, у меня были братья, я их не выбирал. Я родился, они уже были. Это мои братья. И может, у соседа было лучшее обстоятельство. Мы, Мои родители не имели ни одного класса образования. Они работали в колхозе. They worked at the farms. Не знаю, здесь, может, не все знают, что такое. колхоз, и, it's, it's a farm. и мы жили, ну, по сравнению с другими, не очень так, ну, в достатке. And, you know, compared to other people, we weren't wealthy or rich or, you know, well-off. But, you know, I couldn't just come up to dad and say, hey, dad, you know, the neighbors have it better. I'm just going to go so, with them. so, see, church is a family. So, let's be faithful to where God called us. Let's trust God. Right, Если даже нас что-то не устраивает, Бог силен поменять. Бог силен поменять нас. И Бог силен сделать нас ревностными и верными в царстве Божьем. Поэтому будем уповать на Господа и доверять Богу а верность наша начинается с малого. Помните, в Писании написано «верен малом»? Remember when Jesus said, Это 25 глава Матвея. This is in Matthew chapter 25. Когда пришел человек, у которого было два таланта, и он сказал, что он приобрел еще два таланта. Talents and he got another two talents. Verse 23. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You are faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. What was the, the the faithfulness of this person <coughs> tied up in? he knew why his master gave him these talents, this money. I'm, I'm certain that the master, he explained to the people that he gave the money to the talents what he expects and when he gets back. and they knew his will. Uh, тот, пять, пять, тот, два, and so the one that got five, he earned five more on top of that, and the one who, uh, who got two earned two more on top of that. The, the, to one and the, the first and the second, the master gave the same grade. You're faithful. You, uh, you accomplished. над многим поставлю тебя. И поэтому мы не можем сравнивать, понимаете, нашего труда с трудом другого какого-то человека. В царстве Божьем много разного труда. In the of heaven, so many types of work. И у каждого из нас... Мы имеем свое призвание, all of us have our own callings, свое предназначение, our own, uh, и награду от Бога мы будем получать не в сравнении с ну, с тем, я меньше сделал или больше сделал в сравнении с другим человеком. The amount of how much I accomplished versus how much someone else accomplished. But it's going to be what God expects from me.

Третья глава. И здесь автор этого послания, здесь вот говорит, начиная сначала, здесь написано, итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Here it's written from the beginning, from verse one. Therefore, holy brethren, partakers of a heavenly calling, consider Jesus, the apostle and high priest of our confession. Мы участники в небесном звании. We are partakers of a heavenly calling. Сегодня очень многие люди хотят получить гражданство одной страны или другой страны. There's a lot of people today that want certain citizenships from one country or another country. Это имеет значение здесь на земле. You know, that has here on Earth. Но мы имеем гражданство намного большего уровня. But we have a of a much мы граждане неба. We are of И Мы ответственны перед нашим правителем. неба. Мы господином. неба. Мы им призваны. Мы граждане и Он дал нам это гражданство. И э, Ему наше гражданство как бы было очень э, ну, нелегко приобрести. That that us, ему нужно было отдать Своего Сына за нас. He had to give his own son for us. Поэтому мы принадлежим нашему Господу. So we to our Lord. И... And then verse 2. He was faithful to him who appointed him, as Moses also was in all his house. Jesus being God, Jesus being God he, was, he was faithful to him who appointed him, to his heavenly Father.

But Jesus as a son in his house. And so when we look at the faithfulness of Moses, we know that his path wasn't easy, the path that he had to go on. Hebrews chapter 11 again, verse 24. По 26-26 Верую, Моисей, придя в возраст, отказался называться Сыном дочери Фараоновой, а лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо Он взирал на воздаяние. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. Moses sacrificed his position.

I believe the Lord in heaven had a huge reward for him. Remember when Jesus was on the mountain? And Peter, James, and John were with him? Who, who met with him there? Moses and Elijah. And they were talking with Jesus. Верность Моисея, она особенная перед Богом. И здесь тоже говорится и о верности Иисуса. Вот в послании Колоссянам Извините, Филиппийцам. Вторая глава Chapter 2. Э, с пятого стиха написано: Ибо вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. From verse five. have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Здесь чувствования как в английском переведено? Attitude, По-русски, Мысли, чувства, цели.

but emptied himself раба, taking the form of a bond servant and being made in the likeness of man, and being found in the appearance of a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death and even death on a cross. So, what did Jesus do for us? He left heaven and he humbled himself. So, we need to have those. That Same attitude as Christians. нам нужно смиряться, We need to humble ourselves, чтобы угодить Богу, to please God, чтобы быть верными Богу, to be faithful to God, чтобы следовать за Ним. To follow Him. Uh, ниже написано, все делайте без ропота и сомнения. 14 стих. 14, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого, развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Поэтому, э, если вы забудете о чем сегодня была проповедь, so if you just happen to forget what today's message was about, пожалуйста, запомните слово верность. Please remember this word faithfulness. Давайте будем проверять свое сердце. Let's check our hearts. Насколько мы верны? How faithful are we? Насколько мы верны людям? How faithful are we to people? Насколько мы верны Богу? How faithful are we to God? Смотрите, Писание нас воспитывает, чтобы мы на тех работах, где мы работаем, были верны. Чтобы мы в служении были верны тем людям, которые, допустим,... Прославление, там еще какое-то служение, да, есть ответственный человек. Насколько мы верны этому человеку? Поэтому Писание говорит нам вот там, где мы есть на работе, чтобы мы эту работу делали как для Бога. So like Что Бог так заботится о этих наших начальниках. Или порой очень неверных людях.

Я помню, у нас там два брата делали машины. И один человек пригнал им машину, чтобы они ему сделали. Они договорились о цене. And they on a price. Ну, и они начали делать. И они начали делать. А потом он приходит и говорит, а я вам не заплачу этих денег. He, uh, he, he says, uh, я вот, вот вам столько заплачу. I'll pay you this much. Uh, он, этот брат, рассказывал, что они уже сделали больше работы, чем он им сказал, что он заплатит. And, uh, the, the And so they talked with each other. And they said, we'll, we'll hold our end of the bargain. We'll continue, we'll just be faithful in our promise. You know, he wasn't faithful with what he said he was going to do, that's his problem. А мы в своем останемся верными. Может нам странным это показаться. You know, us, но вы знаете, Бог очень благословил их потом. Really guys, Бог им достал, дал достаточно клиентов. Потому что Бог верен. И вот Бог хочет, чтобы мы были верны. So God, и поэтому... Э, я верю, что Бог по особенному оценивает верность. So really really uh, вот еще один стих к Евреям одиннадцатая глава. Шестнадцатый uh, стих. Verse 16. Здесь написано: Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя. But as it is, they desire a better country that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. In, Revelations we, in Revelation, we read that Jesus called Antipas his faithful one. И здесь написано, что Бог не стыдится себя называть их Богом. And Понимаете, когда э, кто-то верный, то мы не стыдимся быть рядом с ним. представьте себе, один человек делает все неправильно, 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 и вам приятно быть Вместе стать с ними, сказать, это мой брат, это мой друг. Yourself, it, it say, hey, Поэтому будем brother, стремиться so let's, быть верными Богу. Let's будем Ему посвящать свою жизнь. Знаете, когда мы строили наше здание, и однажды была такая ситуация, there was a, a situation that happened they left cement under an open sky and so one of the brothers that were working there um, the, he, he noticed it started to rain the, the weather started to change Он ночью поднялся, побежал туда на строительство. He got up in the middle of the night, ran to the construction site. И он спрятал этот цемент. And he hid that cement. Uh, для меня это было очень ценным. For me, this was so valuable. Понимаете, человек ночью поднялся пешком. Understand? This was a guy that got up in the middle of the night and then went on foot. I understand you guys all have your own cars, and stuff, but there's just a different situation there. Понимаете, наша верность проявляется в малом. Вот насколько мы верны в малом. How faithful are we in the little things. И если мы верны, написано, если ты в чужом не был верен. And it's written, If you're not faithful with that, Кто is тебе another, верит твое? What а мы думаем, если мое, то я буду верен. Но мы если это будет мое, то я буду верен. Мы имеем Божье. We have what belongs to God. Мы посвящены Богу. We are to God. Наша жизнь принадлежит Ему. Our life to Him. И э, здесь... Э, третья глава к Евреям. 12 и 13 стих. 12 and 13. Написано, смотрите, братья. Чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, Дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне. Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись с грехом. То есть мы можем проверять свое сердце. So in other words, we can test our own hearts. Если мы проявляем неверность, if we are being unfaithful людям, to people, церкви, and church, мы должны наблюдать за собой. We need to monitor ourselves. Знаете, кто-то думает, что, ну, с людьми это одно отношение. С, с Богом другое. Some people like to think and say, you know, it's uh, with people you, you act a certain way, but with God it's just a different situation. Однажды здесь в Америке ко мне подходит один брат в одной церкви. One time here in America a brother comes up to me at a church. Он говорит: Слушай, а как ты думаешь, христианин в церкви и где-то на производстве, ну в бизнесе? Это, ну, как бы одно и то же. He says, "Hey, what do you think? A Christian in, in church and a Christian out doing business—is this the same? Is it the same thing?" Я говорю, что ты имеешь в виду? And I say, "What do you mean?" он говорит, я работал с одним братом. He says, "I was working with a brother." и он не исполнил своего обязательства. В России есть такое слово «кинул». Я не знаю, вас говорят. In Russia, this word, um, I don't know if... Ну, поступил с ним очень несправедливо. Or, in other words, really, um, just him or он говорит, я подошел к нему и говорю, ну, почему ты так со мной поступил? Said, ты же христианин. Him, right? А он ему говорит, мы в церкви христиане, а это бизнес. Поэтому в бизнесе другие правила. Христос so uh, говорит, верен в малом, says, над многими things, его поставлю. И поэтому да, будет от Бога в нас мудрость. So чтобы мы жаждали быть верными. Чтобы мы были готовы Uh, ну, идти на жертвенность, на страдания so ради верности Богу. И для этого нам нужно благодать от Бога. Для этого нам нужна сила от Господа. А Господь дает нас благодать. God, God Он делает нас сильными в Боге. Чтобы мы были победители. So Победитель это тот, который сражается. Этот тот, который готов идти до конца. The one that's ready to go to the end. Даже и до смерти. Чтобы, чтобы оказаться верными Богу. Пусть Бог поможет нам May the Lord help us. быть верными Богу, to be to God. любить Господа to love the Lord. и жить для Него. And to live for Him.